Якщо не розслідується моя скарга, мені жити не треба. Зачем такой стране нужно, такой демократичной стране жить? Зачем? Нам помогает, нам все дали, получается, демократически строиться, давлят судьи, давлят прокуратура, давлят служба безопасности, не хочет. Все получают хороший оклад. Я планирую, возможно, бессрочно, пока не решатся все мои вопросы. Первое, что я хочу сказать. Правоохранные органы переслідують меня как голову областного комитета справедливости Миколаевской области. Я буду дивитися, Кутовая или кто другой в очи. И таких судей, которые в апелляционном суде, вот таких порушений есть десятки, сотни в этом вопросе. Я не могу доказать, что это взятка. Я не могу доказать, что это взятка. Но другого там немає. Судья апелляционного суда, пан Рещепецкий, до меня вышел. Мы с ним поговорили, он очень хорошо знает. Но моя жизнь... Неинтересно в нашей державе жить. Просто неинтересно. Зачем жить, когда нет? Есть судьи, не ведут суды. Есть служба безопасности, не расследуют. Есть правоохранительные органы, поверхностно расследовали, дали какую-то отписку тебе. Да ты на, дурачок там, ты, дурачок. Сделали так, чтобы я не мог его ознакомиться с материалами, я не могу одержать материалы. Полного, грамотного расследования. Мы с ним встречаемся не вперше. Практично, и очень часто он приходит до меня на прием, особенно по тем справам, где он принимает участие, как представник одной стороны, цивильной справы. Все вопросы, которые касаются тех проблем, которые он выкладывает, конечно, мы решаем. У межах тих повноважень, які має голова апеляційного суду. Чи видали, не видали рішення вчасно, чи розглянули ту чи іншу скаргу його, щоб вчасно вона переглянута була, і дав відповідну відповідь і так далі. Тому всі питання, які в нього виникають, я знаю, ми з ним спілкуємося постійно. Тому ніякі, ні одне з тих питань, які в нього там виникають, не варто того, про що він каже зараз сьогодні, про те, що він спалиться, чи якісь інші проблеми.